Радостная весть для всех верующих, проживающих в городе Видное. На месте бывшей часовни святого благоверного князя Александра Невского началось строительство церкви. В первое воскресенье Великого Поста, в день торжества православия, здесь прошло особое богослужение и освящение закладки камня в основании храма. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Во времена, когда на этом месте еще располагалась деревня Жуково, после Великой Отечественной войны здесь был установлен памятник воинам, погибшим на полях сражения. Как говорили старейшины, место было выбрано не случайно. По дороге на станцию Расторгуево люди, проходя мимо, воздавали дань памяти своим односельчанам. В 2008 году памятник реконструировали, и образовалась часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Но в ней невозможно было совершать весь круг богослужений. А город растет, и число жителей увеличивается. Поэтому сегодня здесь возводится новый храм. Много народу уже в храм ходит, и поэтому как бы жить основательно становится. Попроще будет. Ну и все равно храм Божий в городе очень хорошо и прекрасно. Это замечательно, когда в городе, в черте города, будет еще открыт еще один храм. Тем более очень знаменательно, что сегодня день торжества православия, и в этот день будет вот освящение, закладки храма. Я думаю, что это приведет еще новых прихожан. Процесс подготовки строительства начался 2 года назад. Изначально планировалось, что часовня станет алтарем храма, а само здание будет пристроено к ней. Но при изучении специалистами фундамента стало ясно, он попросту не выдержит веса строения. Поэтому часовню разобрали, а в минувшее воскресенье уже произошло освящение возведенных стен. Мы с вами совершим особый чин. Чин, бываемый на основании храма. Я всех вас сегодня прошу об особой сугубой молитве. О граде всем, всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Согласно церковным правилам, любое дело должно начинаться с Божьей молитвой, а особенно строительство Дома Господнего. Поэтому служители Георгиевского храма совершили здесь первое богослужение, а благочинный церкви Видновского округа отец Михаил заложил камень в новое строительство. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. При Божьем благословении и при молитве святого благоверного князя Александра Невского он будет воздвигнут. Храни вас всех Господь. Мы уже можем видеть четкие очертания будущего храма. Строители работают очень быстро, но это не должно повлиять на качество будущей постройки. И совсем скоро в нашем городе появится еще один приход. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.